Мы уже сняли краткий обзор женской одежды в магазине US Polo. И сейчас для наших дорогих мужчин снимем мужской отдел. Не забудьте порадовать своих родных и близких на Новый год с подарочками. Пройдемте, посмотрим. Сейчас действует скидка 40%. Вот такие очень популярные, все безлинным рукавом. Это поло с длинным рукавом. Сколько стоят они? Они стоят 379, плюс будет скидка еще 40%. А, да ты что? Ну, я 379. А на все 40% сейчас скидка? Я думаю, что да. А, на всю коллекцию новую 40%, супер. То есть от этой стоимости вы отнимаете еще 40%, и это будет стоимость одежды. Пройдемте дальше. Очень много всеразличных рубашек, вот такого плана, 349. То есть от этикетки мы еще 40 убираем, да, правильно? Утепленная, да? 389. Буфет, там есть декоркин дерим, здорово? Правильно. Угу. А покажи, пожалуйста, пуховичок вот там. Да, угу. Такой. Мужской мне понравился. Вот, да. Он очень теплый. Внутри такая подкладка. Я думаю, нет, что односторонний. Да, односторонний цена. 1349. Ну, плюс 40% скидка. Угу. Вот такой есть. Угу. Это больше весна-осень. Зима все-таки. 999. Угу. Вот такого плана есть рубашечки. Угу. Сейчас покажу еще один пуховик, он утепленный. А, другой подклад, да? Другой, да. Меховой. Угу. Оно, наверное, снимается. 1699 лир. Очень такая. Сзади, сзади тоже обратите внимание, такой разрезик внизу. И впереди он тоже хорошо выглядит. Есть пальто. Это драповое пальто. Да. Классика. С капюшоном. 1099. Сколько? 1099. Вот здесь на витрине покажу. Есть рубашки различные. Сколько стоит? 329. 329. 269. А, цены разные. 279. Белая классическая. 269. Помимо Нового года еще близится к нам и 23 февраля, друзья. Поэтому рубашкам, наверное, ваши мужья, сыновья будут рады. Такой джемпер. Вот еще кожаная курточка. 1999 лир. Угу. Это темно-коричневый цвет? Да. Так, вот сейчас пуховиков выбор хороший. 999. Хорошая цена. Да. Плюс скидка. А вот здесь, смотри, тоже брючки различные. Такой цвет, кто предпочитает. Кремовый цвет, коричневый. Сапожки. Цена 699. Угу. Вот такие свитерки очень красивые. Да. 269. Если я не ошибаюсь, у нас вот такого плана курточку заказывали ранее. Да, только кожаную. Стоимость стоечка, ее. Воротничок. 999. Очень темно-синяя. Музыка играет, можно погромче, пожалуйста. Хорошо. Есть еще ветровки такого цвета. Угу. Я даже не знаю. Темно-серый. Зеленый мне больше всего. Вельвет. 429. Вот пуховик цвет хаки. Милитари стайл. Сколько стоит?
дальше? Все различные. Шарфики, шарфики, шапочки, кепочки. Горчично-оранжевый цвет. Кто любит ярко выделиться из толпы. Да. И такие же есть варианты жилетки. Да, жилетка есть? Да. Еще один ковик. Стоимость его 1099. Угу. Давай покажем еще дутую жилетку. И вот там вот джемперочек такой оранжевый, яркий. Вот эту дутую жилетку? Да, вот эту, да. Но вот эта жилетка... Можешь не снимать просто. Но цену надо посмотреть. Сзади. 569. И вот этот свитерочек, который рядом висит. Вот такой свитерок. Стоимость нет. Угу. Может быть, закончим с пуховиками, покажем немножко одежды. Давай вот еще свитерки покажу. Угу. А есть спортивные костюмы мужские, да? Вот я мужа такого плана брала, только на молнии, темно-синий, в том году. Нету ни одной цены. Угу. Почему-то на них. Вот такой. Данная модель. Угу. Ну, на сайте, если что. Да. Цены можно найти. Здесь но пижамы. Больше всего здесь. Мне мужу пижама нужна. Нет цен? Не пойму, почему. Должна. Ага, 369. Серый цвет. 369, да? Да? Это верх. Да. Есть на змейке. Этот 689. Они утепленные или тоненькие? Нет. Обычные. Да, обычные, не утепленные. А вот под них вы можете подобрать себе штанишки. Низ. Угу. И черный цвет есть. Черно-красный, бордовый такой даже. Вот эти очень популярные. Их очень хорошо берут. Их можно и на улице, и спать, наверное, да? Это не, как... ну не спать, это не пижама. Ну, пижамки такие. Вот, наверное, вот это больше, да, пижама? Да. Это на улицу ходить. Здесь буквы выбитые. Выпуклые. 3D буквы. И в сером цвете есть. А сколько эта пижамка стоит? Мужская. Кстати, стоимость этой куртки 250. Стоимость пижамки у нас 399. Угу. Спасибо. Вот еще. Штанишки тоже вверх-вниз. Да, выбор здесь, конечно, довольно больше, чем в Террасити. Однозначно. Поэтому, если вы приедете в Анталию шопиться именно в Поло, приезжайте в Малую Фанталию или в Дипо. И есть в этом отделе еще детские вещи. Угу. Ну, детские вещи мы снимать не будем, давай мужские продолжим. Выбор здесь хороший. Угу, давай. Джинсы сколько стоят? Черные. $379. Угу. Они тянутся. Стрейч. Стрейч немного. Не сильно, немножко. Такой сесть джемпер. Должны хорошо. Где футболки на распродаже? И, конечно, выбор размеров, наверное, невелик, да? Да. Здесь только S-ки, M-ки в основном. Но нужно смотреть на сайтах. Возможно, на сайтах есть размеры. Угу. Возможно, у кого-то есть детки. Можно взять своему сыну, подростку. Как раз XS размер самое то. Моему Денису подойдет. Можем завершать немножечко потихонечку наш обзор. Да. Есть тоже хорошее нижнее белье.
Ну, мы сделали краткий обзор для вас. Посмотрите женский обзор, мужской обзор. Пишите в комментариях, какие обзоры вам еще показать. Ставьте лайки. Пока-пока!